Всем привет! Мы продолжаем проходить Metroid Dread. Значит, добраться мне надо пока что до вот этого шара. Посмотрим, что там за способность. Поехали! Так, а эту штуку нам никогда не вытащить. Так. Давай проверим, может быть, какие-то тут блоки есть. Нет, блоков тоже нет. Ладно. Угу. Стой. Ну тут они одинаковые. Получена шаровая атака. А то есть пока я превращен в шар, вот я смогу вот эти блоки со знаком молнии ломать. Так, когда Самус выполняет сальто, вокруг нее образуется шар мощной энергии, позволяющий наносить врагам урон при столкновении. Может уничтожать соответствующие блоки и является эффективным оружием против врагов с электрической защитой. Ага. Ну, достаточно просто подпрыгнуть и все. Ладно, я понял. А мне наверх или вниз? Мне вниз, по идее. Ну, можно и сюда. По-моему, я еще быстрее летать начал. Подзарядимся. Слушай, забавная способность, конечно. А, еще никак. Я же не могу вот. Да. Мне надо распрыгиваться, чтобы. И сюда тоже никак. Значит, я все верно пошел. Мне только сюда. Да, проверим. Ну, блоков никаких. Если я пойду вниз. Там очень похоже на какую-то секретку. Давай проверим. Пока не достать. Подожди, а какой тут блок можно тогда сломать? Вообще никакой. Ладно, они хотят, чтобы я прям вот так вот шел. Прям туда и наверх. Ну, как говорится, желание клиента закон. А, и да мне туда вот надо. Так, стоять. Сейчас, запрыгнул. Неужели? Все, и теперь идем в бурение. Так, подожди. Я помню эти ракеты. Вчера видел. Все. Теперь двигаем. В бурение. Но мне, по идее, да. Из бурения мне надо еще через две локации. В общем, по сути, надо идти к фиолетовому, к фиолетовой Эми. Туда, в ту сторону. Там, где она бегает, есть один проход с холодной комнатой. Я туда не мог попасть, но так как есть костюм фиолетовый, сейчас это можно будет сделать. А мы теперь контейнерок сможем взять. Опа, два контейнера просто подряд. Совпадение? Не думаю. Сохраняемся. А то мало ли. Молодец, Самус. Ты остановила охлаждение планеты. Кроме того, теперь у тебя есть шанс.
Ну что ж, обнадеживающе звучит. Ты, говорит, качался? Качался. Да не докачался. Шансы у тебя минимальные все равно. Ну и ладно. Да, ну куда же ты? Блин, самый низ. Ладно. Я всего лишь хотел достать ракету. Главное в ритм войти. Вот так вот. Еще ракета. Ну-ка, интересно, до 150 я добью. Слушай, а вдруг я туда еще смогу? Стой. Да, еще. Бля, ну. Мне вот туда, походу, и надо. Вот самый верх. Это, по-моему, последнее, что осталось тут неизученное. Ну, кроме вот этой штучки, конечно. Еще выше. Ну. Ух, забрался. Ну надо же. Опять вас двое, ну. Начинается. Вот теперь территория поменьше. Один, падла, попал. Но эту драку я провалю по-любому. Как-то мы не очень позитивно начали. Эй, ты как попадаешь-то по мне, падла? Давай, иди сюда. Я даже уже по две ракеты успеваю у них засаживать. Что? О, минус один сразу же. Ну ничего себе. Хотя я вроде в этого больше стрелял. Эх, мне бы не попасть. Давай, ждем его тут. Иди сюда. Все, минус второй. Слушай, с первого трая повезло как. А, ну ладно. Куда-то. Тут вот можно что-то сломать. Что такое тут? Ракеты? Да, слушай, опять ракеты дают.
Я уже забыл, как эти двери открываются. Вот так? Нет. И что там? Ход отсюда по-любому, только отсюда. Не понял. Они всегда с ракеты открывались. Вот ракета. Странно. Но туда я явно не пойду. Мне же не через обход, правильно, в бурение надо ломиться. Вот через эту дверь. Код заряженный луч. О. Помню. 50 лет спустя, как двери эти открываются. Жесть какая. Так, у нас тут есть что-нибудь такое пополнить? Тут вроде как какой-то секрет. Тут долго прыгать надо. Ладно, все, полетели, короче говоря. Куда меня телепортируют? Коваран. Ну, а потом уже локацию с правой стороны. Да-да. Ну, сейчас четко понятна задача, то что надо топать там, где фиолетовая Эми. Просто меня, чтобы способность получить, меня утащили аж на две локации назад. Такие дела. Так. Контейнер, и тут тоже контейнер. У нас тут есть два контейнера. Вот как такие контейнера отобрать? Интерес. Ты постоянно потом почему-то падаешь, но ничего сделать с этим ты не можешь. Вот ты просто только докасаешься до этих блоков, а назад никак. Все. Может, как-то с бомбами? Нет. Не знаю. А эта дверь вообще с другой стороны открывается. Ну, круто, чё. Так, тогда куда меня ведут? Фирение, да, по идее? Да, только вот через этот путь. Вот тут. Воу-воу-воу-воу-воу, чё начинается? Ты просто как Соник уже тут летаешь. Ну давай. Слушай, а можно что-то тут? Вот как же взять эти ракеты? Не знаю пока. Пойдем вот сюда сходим. Тупиковая, да, локация? Бля, такой. А, ну да, я ж тут не был. Именно в этом участке я не находился.
Сейчас мы тут, получается, хаваран будем до конца открывать. Вот отсюда начиная. Я вот здесь постоянно поднимался, и все. Сейчас, если тут удачно прыгнуть, то можно здесь ракеты взять. А вот тут... А тут я не знаю, как эти ракеты достать. Надо, мне не сюда. Хрен бы с ними, этими ракетами. Опа! Прям одну за другой дают. Давай заодно и жизнью. Прыг-скок, прыг-скок, в разные стороны. Да ладно, уже опять босс. Я вон туда хочу. Я не хочу к боссу. У меня вчера этот... Горемыка все... Быть какого. Всю плешь проел. А я не знаю, как туда попасть. Я не разбиваю эти блоки. Ладно. Давай, вылезай. Ладно, босс так босс. Ты кто, разбойник? Где ваш босс? Это не тот. Я немного подзабыл какого, да, вот так вот его убивать. Опять? Ой, а он какой веселый. Я думаю, это все-таки мини-босс какой-то. Значит, много. Эй! Электрический какой-то весь там что-то светится, загорается. И что, поди, что. Ладно, я сохранился тут недалеко. Давай повыше сходим. Вот я тут прокатился, а надо... Это единственное, как туда. А теперь зеленым горит. Давай. Теперь будем более внимательно атаковать его. Давай. Оп. Эй! Еще одна фаза. Я победил? Получена крестовая бомба. Как она работает?
А чуть повыше с помощью взрывов, да, можно подлетать? Странная немножко бомба. Мощная бомба. Так, мощная бомба, взрывная волна, от которой расходится по прямой, в горизонтальном и вертикальном направлении. Переключайтесь на морфосферу, затем нажав, удерживая, нажмите. Ну, понятно. И все. Вон. Я смотрю, тут боссы прям один за одним начали идти. Они прям жаждут, да, чтобы я эти пользовался теперь. Так, стой. Вверху, да, блоки. Ну где ваша хваленая бомба? Я ничего не понимаю. Так, крестовая бомба. Еще раз. Нажав и удерживая R. Ладно. Вот такая. О. Угу. Еще дальше. Ракет. Три контейнера за 20 минут дали. Что за щедрость такая? Так, у нас вот здесь можно, да? Здорово, давай. Что-то не совсем понятно, с какой стороны это тут проходить. Назад меня явно не пустят. Они прям хотят, чтобы я вот так шел. Ну и тут ломается все подо мной. А может быть... Нет, тут как вариант вообще не получится запрыгнуть. Короче, надо какой-то вот этой механике научиться, которая у нас ломает или помогает мне подлететь в разные стороны. Бля, я думал, что она сломает вот эти вот блоки, на которые треснутые. И типа я быстренько скок-скок и туда. Ну нет. Короче, что-то мне сдается, я сейчас опять потеряю нить направления. Может быть и нет. А эта комната тоже закрыта. Ошибись. Я сюда зашел, короче, и все, и меня заперли тут навечно. Замуровали демона. Блядь, что они хотят-то от меня? Резко комната стала тупиковой. Прохода, ну, как бы два.
Хорошо, подлетать я научился высоко. Но тут так странно сделано, что, ну, как раз вот несколько бомб с таким раскладом я не мог взять. Несколько ракет, каких-то, ну, секретов, я это помню. И вот этой механики теперь меня пытаются научить. Ну, докатился я до второго блока, а дальше-то что? Причем это нужно сделать дважды. Насколько я понимаю. Ну-ка еще раз. Да, вот, и наверх подняться. Только так, таким образом я выберусь с этой комнаты. Ну-ка, давай еще раз. Ну и что? Так ты подлетаешь, окей. Подлетаешь вверх. Так ломаешь все по этому. В одном направлении ты ломаешь все блоки. Но забава-то в том, что мне надо прокатиться по блокам, которые ломаются от прикосновения с тобой. Бля, может я рано их ставлю? Вот. Вот как это работает. На самом краю получается, вот здесь. Ты бомбу, блядь. Ты бомбу заряжаешь. И она тебе позволяет прокатываться во время подрыва. Ладно, этому надо научиться, вот. Она, слушай, она даже тебя, по-моему, сама автоматически подбрасывает. Ну-ка попробуем. Да. Все. Разобрался. Вот это вот что за петушка? Ага, это обратно в бурение. Ой, не бурение. Бляха, все, не выйти. Тут этих нычек еще, да ебе не матери просто. Так-то. Ну теперь вот туда можно вернуться, и вот теперь ты там возьмешь ракету, без базара. Она тебе дадут, окей, но только туда пердолить еще, полурон. Хотя, чик-чик. Давай по-быстрому я слетаю, пока я просто помню, где эти ракеты находятся. Давай. Слушай, а тут получается надо дважды так сделать. Вот так, чик. Да, если бы он еще четко летел. Нет, тут надо какой-то высший пилотаж надо забрать. О, идите в жопу, короче. Так, ладно. Мы хотя бы вот. Слушай, я сейчас полечу. То в новую локу не гоже шастать без здоровья. А вот, и отсюда. Да куда ты? Подожди, а как? Вот отсюда скок. И вот поехали. Чпок, чпок. Вот тут оно, да, находится. Бля, ракета ниже. Ладно. Жалко, что в форме шара ты не можешь электричеством крутиться. Ну, по-моему, это будет уже и так перебор. Тут столько этого дерьма, что, блядь, карнавал какой-то начинается просто. Ах ты, сучка.
Так, ладно. Я же научился этой механике. И по поводу этой механики у нас будет босс. Я вот что могу сказать. По-любому. Nintendo такую возможность не упустит. Они сейчас босса тебе запилят с этой механикой. Скорее всего, со всеми предыдущими. Не наверх. Пару минут потратил, зато плюс контейнер. Я не знаю, сколько у меня финальный босс. Новая локация. Не знаю, сколько у меня займет Ханубия. А мне не надо разве фиолетовую Эми размочалить, нет? Подожди. Отмена. Ладно, надо идти туда. Это последняя локация. Да, давай. Там, может быть, так и для затравочки эту локацию покажут, там чуть-чуть побегать и вернуться обратно к этой. К фиолетовой Эми. Что тут, осень, вся херня, да? Ханубия. На всякий случай. Ракеточки. Сейчас еще босс будет. Гадалки не ходи. Ракеты дают, сохраняют тебя. Ну добралась-то добралась, но фишка-то в том, что фиолетовое Эми еще не уничтожено. Есть одна проблема. Уничтожение планеты ликвидирует паразитов Никс. Ранов вряд ли будет бездействовать. Он попробует сбежать, как только почует опасность. Его стремление найти ДНК не трудно угрожает всей вселенной. Он никогда не отступит. Шансы все еще не на твоей стороне, но ты должна покончить с ним. То есть меня затащили на локацию, я сделал в этой локации буквально пару шагов, чтобы мне сказали, вернись сюда позднее. Мы будем искать финального босса. Ты пока нет. Не кипишуй, поищем, найдем. Поздно, приходи. Подожди. Вот тут еще можно что-то ломать полностью. Нет. Ну вот эти вот фиолетовые плазмы я пока ломать не умею. Может быть, мне это дадут за Эмми. Угу. Либо вниз, либо вправо. Давай попробуем налево пройти. Теперь надо хуя всем взрывом все ломать.
как легко ракеты в последнее время дают, ты смотри. Но я, в принципе, не удивлен, то что под конец игры можно 150 ракет собрать. А тут так можно пройти, да? Тихо. Только на мужиках. Кто кого? Ну так-то он получше. Он не очень много сносит, но такой. Бодренький дядька. Что там мне сдается? Эта локация будет не очень большая, но вот к тому же мой корабль, боевой, который... меня ведут вниз, чтобы я все равно к этой Эми добрался. А вот опять телепорт. Это мини-локация. Но она наверняка вверх еще уходит. Что меня сюда притащили? Могли бы сказать, на самом деле, типа, ты сходи потом вот туда, есть одна дверца, короче. Мы ее тебе отметим. Но потом сходишь. А то что-то как-то... На... Сколько я? 4-5, может быть, да, комнат пробежал. И опять в другую локацию поехал. А с какой стороны это разбить можно? Иди-ка сюда. Ну-ка, вот так. Тоже нет. Ни снизу, ни сверху. Ладно, я понял. А нам не страшен морозец ваш. Давай-ка. Это работает? Да, эти кнопки работают и при заморозке. Так, проверим, какие блоки тут можно сломать. Угу. О, так слушай, я ж тут был. Да, вот отсюда я заходил. Не мог попасть. Я вот здесь подыхал, вот в этой точке. Теперь мне и способность дали. И можно шастать тут, сколько влезет. Ага. Ладно. Да, бля. Да я рановато парирую. Вот так. Так, вот здесь что-то, да, можно по-любому. Вот я... Нет, я думал, вот этот блок можно разбить. Так, вот так, так, вот так. А чтобы только вот этим крюком воспользоваться, надо уже 4 клавиши зажимать. Прикиньте, да, творится, когда ты с боссом бьешься. Всех нахуй запарирую. Так, какие блоки здесь бьются? Не, я сейчас спон там раздолбаю эту штуку. А, ну я отсюда наверх. Стой, стой. Не прыгаем раньше времени. Так, теперь. Все, пол зажил. И стреляем.
сейчас опять в Кэми идем. О, теперь эти товарищи у нас с первого раза разбиваются. Я вот здесь, да, вот эти блоки видел. Почему мне их достать? Они как-то с середины расположены. Опять пи-пи-пи-пи-пи-пи началось. Ага. Если я пойду вниз, то это у меня просто объединит локацию. По идее, мне отсюда надо прыг-скок наверх и желательно влево уйти, чтобы сохраниться. Но достигнуть надо вот этой точки. Тихо. Я в инвейд. Пошли вы в жопу. Я наверх. И эта падла наверх. Я хотел ее перепрыгнуть. Иногда это получается сделать. Но, видимо, не в этом сезоне. Не, если игра не хочет, чтобы ты парировал эту Эми, то ты не парируешь ее, наверное, никогда. Все, пизды на потолок. АХПшечка за Н. Тихо. Блин, я зря это сделал. Заряженный, да. Бам, уходим. Ладно, за мной. Понеслась. Блять, серьезно? Решил проехаться, чтобы меня бомбой долбанул. Отлично вообще. Ой, начинается этот стелс идиотский вообще. Просто каждый миллиметр сейчас придется выверять. Все, валяется. Причем мне же вот вообще не сюда. Вот мне не должна эта комната интересовать. Она как бы квадратная, она приводит назад. Где я не мог пройти, теперь я прошел, но только вообще с другой стороны. Теперь надо двигаться наверх. Как-то очень быстро. И очень, мать его, аккуратно. Она меня пасет, не? Где-то падла. Да, точно. Ты пока, блядь, допрыгаешь. И она прям сидит и четко ждет тебя именно на той площадке. Никуда нахер не уходит. Хотя она обычно должна вообще патрулировать. Просто по кругу там бегать. Там гигантские такие территории. Вот у нее территория для патруля. Для патруля. Вот это вот все. Вот это вот. Там где серая. Там она бегает. Вот это вот все. И вот здесь еще все. Но она четко сидит только на одной площадке, блядь, и ждет тебя. Хотя ты в инвизи тусишь. Тебя как бы она не должна видеть. Вот как это работает? Скотина. Где она? Сейчас думал, пинка мне треснет. Ну, похер, у меня хп много, как бы, я могу и посидеть. И вот она начинает шакалить просто на одном пятаке. Ты же в инвизе, она не должна тебя замечать. Я даже не двигаюсь. Давай просто для эксперимента. Я потрачу все здоровье. У меня останется только 1%.
Она гуляет туда-сюда и все. Ну и как тогда ваш инвиз работает? Ну вот, одно хп. Я появился. Для меня инвиз. Когда тебя не видят противники. Но тут тебя противник не видит, но типа чувствует, короче. То есть она что, блядь, запах какой-то от меня несет, что ли? Самус не моется, под костюмом преет, короче. У нее вонь идет. И, короче, Эми такая, опа, учуяла. И будет сейчас шакалить прям тут. Вот эти вот стелсы ваши, Nintendo. Как наверх попасть? Блять. Надо очень быстро запрыгнуть и не споткнуться об вот это вот говно летающее. Тут надо четко тайминг выверить, когда они летают по своей определенной траектории. Потому что это падло просто в секунду возле тебя оказывается. Быстрей. Все, нычка. А теперь-то куда? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Бля, мне вот туда, походу. Ну, быстрей. Ну, да давайте мне поменьше. А теперь куда? Нахуй, в инвиз, короче. Вот падла, а. Три стенки разбила, дальше куда вообще без понятия просто. Сука, и карта-то закрыта опять будет. Надо теперь проделать то же самое, только лучше и точнее. Блять. Ага, не попала, сучка. Так вот, а дальше-то куда? Я понял, вот сюда. Все, окей. Удрал? Удрал. Напихиваем в глаз. Вот эти ледяные ракеты как-то очень медленно летят. По-моему, обычные пободрее стреляли. Давай, мега палец. Да вообще похую. Так или иначе, глаз успеваешь завалить, пока у тебя там пока у тебя здоровье заканчивается. С первым в, ну когда у тебя первый глаз появляется, еще тогда там можно поюлить, что-то побегать. Так, теперь будем долго и упорно выискивать четкий момент, когда нужно убивать эту Эми. Секундные миллиметражи. Куда мне? Да ладно, и не сюда. Что надо? Две надо дырки сделать. Что водишься.
Какой блок из этого можно разбить вообще? Вот этот. Пошла в очко от меня. Блядь. Короче, надо к этому ящику сейчас с тремя кнопками гораздо быстрее добраться. Шмальнуть в него. Ну а там я не знаю, как карта рядом. Прыг-скок. Вот так вот, стой. Да. Попробую. Не хватает времени. Там еще выше был проход, кстати. Там сверху было что разбить. Быстрей. Да нихера. Нету прохода. Сверху в нее стрелять не вариант. Тебя теперь вообще в каком-то лифте просто с ней заперли. Комната очень маленькая. Так, а тут наебать ее, да, не получится. Может быть, немножко, конечно, парирование и спасет, но четко надо знать, куда вставать. По идее, там где-то ящик толкает, что степь. По-моему, это последняя Эми, и она, блядь, самая сложная будет сейчас. Пока не совсем понятно. Чуть-чуть ей не хватает времени, чтобы ей въебло, ну, башку настрелять, короче.
Ну, второй раз, да, ты ее. Промахиваюсь тоже до хрена. Бля, может заряженной пушкой попробовать пострелять туда? Вот территория, бля, не рассмотреть вообще. Я с предыдущей-то ими тоже долго возился, пока одну деталь на потолке не заметил просто. Может быть, тут то же самое. Да ни хера, не ломается эта стенка. Сейчас я посмотрю, какие блоки вот в этом, в той самой комнате есть вообще. Можно ли как-то, может быть, наверх мне вообще можно пойти. Может, есть просто какие-то альтернативные варианты. А то меня особо не улыбает с ней вот в этом вот крохотном пространстве драться. Вот блоки. Как разбить? Че, попробуем пострелять в них. Блять, ну у меня пушка заряжена. Спасибо, я ей дорогу открыл. Давай побегаем. Ай-яй-яй-яй, ну и чё? Я ее четко возле бордюра парировал, что и сам пройти не мог. Ошибись. Короче, походу вариант один, я не знаю. Как-то успевать вот в этот тайминг и нашмалять в рожу. Не туда. Главное же еще не промахиваться. Да ну! У нее даже лепестки эти не загораются. Это надо раза три через нее перепрыгнуть, чтобы все получилось. Бля, и наверх никак тоже. Подожди. Ага. Ну, тут никак точно. Игра прям требует, чтоб ты опустил этот вот. Вот здесь мы можем что-то сделать. Если бы. Как бы все, вот реально, тебя в лифте с ней заперли.
А, да ладно. И все, у нее ебало потухло, короче. Все нормально. Сейчас чуть-чуть почетче попадал. Да, блять, быстрее. И у меня на чуть-чуть на лепестки перешел урон. Ну, есть. Да не в ту сторону, блядь. Когда ты начинаешь целиться, если у тебя эта пушка заряжена, то она у тебя будет целиться ровно в том направлении, куда у тебя самус повернута лицом. Она была повернута к стене. Ладно, короче, это сделать можно. Хорошо. А, теперь надо четко долбануть в эту штуку. Ну, и, кстати, я правильно побежал и правильно даже встал. Единственное, что надо ближе к стене упереться, и тогда ты точно можешь выстрелить. Главное вот тут не мазать и лупить ее прям четко в рожу все время. Промазал чуть-чуть, это видно. Ладно, дай перекур, сейчас мы ее сделаем. Сейчас подойду.
Да, сколько времени промазал. Сучка. А все, хана. У меня даже дважды получилось у нее ее перепрыгнуть. Давай. Какие-то пару миллисекунд я в нее не дострелял, не попал. Можно вот тут чуть повыше брать. Эй, ты куда ушла-то? Да все, херня. У меня уже рожа остыла. А так ее не получится убить. Не, она слишком близко. Подожди, назад. Да. Да, вот реально какие-то секунды не попадаешь. И все. Блять, ну... Да куда ты наверх-то ползешь? Один раз получилось, теперь, блин. Теперь начинается. Вот в этом проблема, блядь. Четко надо повернуться. Ну куда ты наверх-то ползаешь? Ну как?
Блять, она наверх уходит, все. Теперь она почему-то наверх начала убегать. Что дает ей повод остыть. Ну, он уже куча времени промахнулся. Давай, дохни. Так, отсюда, да, блядь, быстрее. Сложно ей рожу раскроить, а потом она еще быстрее становится. У тебя реально какие-то уже еще меньше секунд на вот эту вот зарядку. Может быть, в другую сторону надо. Может, я неправильно не в ту стенку поворачиваю. Не успеваю я зарядить. Хорошо. Давай попробуем сейчас вернуться. Как-то ее перепрыгнуть еще раз. А, она наверх ушла. Так, это сделать можно. Только, наверное, она еще дальше забегает. Вот я когда ящик двигаю, прям туда надо забегать. Тогда времени должно хватить.
кабля. Нет, 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 нет. Вот так я ее поймаю. Блять, а чё так быстро-то? Вот, тихо, заряжаем. Мне повезло. Теперь надо выбрать тот миллиметраж в этом лифте, который мне разрешит в нее стрельнуть нормально. С учетом того, что она двигается очень быстро. Косячу. Да все, у него рожа остывает. Вообще полностью остыла. Вот она только тут за мной идет. Все остальное время она, блядь, эй-эй. Ее дважды надо, блядь, или раза три перепрыгнуть где-то так. Успеть зарядить пушку. Очень жесткий тайминг вообще. Держал. Да, столько раз промазала вообще. Не вовремя. Я вообще на все просто секунды какие-то. Секунда на то, секунда на это. А то и меньше.
Ну куда ты пошла-то? А все, у него рожа остыла. Тут не вариант. А мне не пробраться под ней. Да. Сложно. Бля, ну опять какие-то секунды не хватило, ну чё за дела-то? Это ещё надо быстрее сделать. Сейчас сделал всё правильно и встал вроде верно. Мне немного не хватило времени пушку зарядить. А, если ты ее касаешься, то все. Идет катсцена сразу же. Просто там какой-нибудь левой пяткой задел слегонца, там чуть-чуть чиркнул, все. Сразу же катсцена, сразу же отбивайся. Беспощадная игра. Подожди, прям вплотную надо вставать. Ну и все, тихо на. Теперь закрепляем перепрыг. А прыжок через нее в узком пространстве. Это чистый рандом. Никак иначе.
Хорошо, тут есть время немножко потупить, встать в нужную позу. Ну вот тут-то как быть? Да блять, она все равно задевает тебя и все. Ее как-то нужно выманить обратно. Вот туда, где она начинает на тебя идти. Вот не ползти на карачках, а именно идти за тобой. Блять, на секунду же какие-то. Почему я не успеваю? Примерно 5 секунд, да, пушка заряжается. Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну примерно так, да. 5 секунд она заряжается. На херня-то в том, то что у тебя тут только 4,5 примерно секунды. Много раз промазал. Да, вон она подостыла вся. Понятно, да? Ладно. Бесполезняк. Лучше еще вот здесь попробуй четко, блядь, попади. Ой, бля, геморрой, а. По идее, надо дважды это сделать. Вот и все. Ну ничего, что у тебя времени чуть-чуть не хватает. Либо я где-то неверно стою. Thank you.
наконец. Не знаю как, но это получилось. Она даст мне плазму, да? Фиолетовую. Я теперь типа фиолетовые двери могу открывать. Которые наверху у нас, самой верхней этой как. Волнолуч. И чё? Выстреливает волноноги, пробивающие твердую материю. Соответствующие двери, да? То есть теперь... Омега пушка, ну да, понятно. А теперь мы можем через стенки стрелять. Но не только. Еще и дверь открывать заодно. Здесь эти, да, эти блоки так бьют. А зачем? Блять. Так, все, мы туда не идем. Вот этот проход. Угу. А по идее мне наверх надо. Да, вот она дверь. Вот мне наверх. Тут прям даже показали то, что... Чик, вот сюда. Ну давай. Я, как говорится, человек простой, вижу фиолетовые двери идут. Гаденыши здесь, мелкие. Стой, подожди. Ну там врагов, да, и врагов, слушай, прямо через стенки можно лупить. Шикарная забава. Я вот что могу сказать. Если где-нибудь поблизости будет босс, они применят эту способность, потом подрыв бомбы в полете, ну, которая подкидывает тебя. Ой, эти ребята уже разбиваются с одного удара. И мы сейчас наверх летим, да. Ханубия? А нет, что это? Да, Ханубия. Думаю, по всем локациям, если пробежаться, то как вариант можно, ну, ракет 200, я думаю, собрать 250, может. Но я не думаю, что они прям все пригодятся на финального босса. Кажется, сотни на него хватит. Ну, типа для тех, кто не хочет все-все-все собирать, чтобы и так было норм. Сложно, но норм. Я его убиваю, нет? Вредные какие мальчишки. Так. Куда мне? Ну-ка, как учили. Ну понятно, еще закрылось нахуй. Урод. Можно и через него как? Да, можно и так. О! Я даже знаю, с кем еще драться будем. И
Я бы даже, наверное, полечился перед дракой с ним. Если парировать этого товарища получится. Вот уже хорошо. Так, а давай-ка мы... наверх мне никак. Я сохранюсь, конечно. Лишний раз перед дракой почему бы нет. Угу. Ну отсюда поведут, наверное, вот сюда. Ладно, зафиксировали прогресс, так сказать. Урывай сердце. Как в вестернах просто. И все, пушка кончилась. В чем дело? А че ты стрелять-то не стал? Мегазлодей следит за тобой. Погоди. А тут все в блоках. Угу. Подожди. Оп, вот так вот. А здесь тогда? Тоже блоки. У нас сейчас за этого босса вот такие вот дадут такую взрывчатку. Ладно, пойдем бодаться. А что, еще нет, да? Че она на руку-то смотрит постоянно? Это еще, кстати, не последняя Эмми. Хоботок ей ломай, че ты? Вали, вали ее на бок, ломай ей член. Она ей хобот задушила. Что происходит вообще? Амузяка, угу. Как классическая версия Метроида на Супер Нинтендо. Босс. Таких ребят мы вчера еще закрепляли. Вот он лютый, да, вот в этой фазе. Ладно, много сносит. Когда он в этого клевокрыла превращается, сильно получаешь по соплям. Ну и тут главное парирование. Битвы с этими товарищами чисто на парировании, по сути, основываются.
плюх-то его можно нашмалять и так, насколько у тебя здоровье позволяет. Ай, задел. Вот это отстой, конечно. Копьем задел чуть-чуть, но почти, почти. Тут еще главное, надо будет в тайминг попасть, просто спарировать его. А так ты ему напихиваешь, как бы, ну... Все зависит от количества внесенных стрел. А, ну, этих ракет. Эй, задел, ну такое. Короче, трай не удался. Не наклюю, а просто здоровья не хватит. Да, просто вот жижа это он сносит тебе половину почти всего то, что ты за игру накопил. Эй, чувак, а чё началось? Мы парироваться-то будем, не? Наконец. Блять, рано. Ну, понятно. Это надо делать с первого раза. Ну чё, потихоньку сейчас сделаем. Тут тайминг. Как повезет, так спарируешь. Ну, этот фаза вообще безобидная. Абсолютно. Так, если только случайно он тебя там может задеть. Но это ерунда. Главное, во второй фазе его как-то надо поактивнее, чтобы он на стенках не висел. А-та-та. Ну-ка, на мужика попробуем. Не хватит. Да, но у меня было ноль здоровья, но все равно мне засчитали эту цену. Но мужика его можно, в принципе. Блять, прямо жижу прыгнул. Ой, ну. Столько моментов я просрал, конечно.
и он опять лезет на стенку. Блядь. Четко попадаешь под эту волну. Падла. Ошибки, ошибки. Надо без ошибок. Тут каждый босс, каждый мини-босс, он проходит четко и без ошибок. Четкие парирования, четкие тайминги. Ну и небольшой рандом этих атак. Наверное. Сколько я заметил? Но он есть. Куча ошибок опять. Да ёпа мать. Ну и всё. Прижал его, как говорится, к стенке. И высосал из него немножко здоровья, точнее все. И последняя Эми, я так понял, то что была убита в катсцене. Не знаю, я их не считал. Вроде она мне бомбу дает. Силовая бомба. Которых всего можно таскать с собой две. Она взрывает все просто на экране. Все. Все способности у нас получены. Бомба разрушительной силы с большим радиусом поражения. Переключайтесь на морфосферу. Нажмите, удерживайте R. Для заряда нажмите Y, чтобы установить бомбу. Количество бомб ограничено. Взрывом этой бомбы можно уничтожать соответствующие блоки. Это проходик открыт. Да, теперь их 5, кстати. Ну, у меня максимальная. Так, что там на R и... Подожди. Тоже не то. Так, ты должен в шарик превратиться. И удерживать, наверное, да? Да. Нажмите и удерживайте. Вот так. Теперь бам. И просто все в округе разнесено к чертям. Да, тут блоков других и не будет. Наверху, да, блоки? Эй. А где? Ладно, видимо, так блоки это отмечено не будет, но разнести тут надо вот вверху что-то. Смотрю, что плохо стоит прямо она. Она прям жаждет. Слушай, их очень мало, кстати. Бомбы на халяву эти не дают.
Проверяем. Давай попробуем туда слазить. Все, тупик. Почему тогда это было сделано? Можно вниз, но толку от этого немного. Я просто бомбу туда потрачу. А тратить их надо с умом. Все, я назад вернулся. Даже, в принципе, бомба это не пригодится. То есть вот она типа как вампиризм у нее появился. На энергию вытягивается. Хорошо. Исполни свое предназначение. Иди, говорит, финального босса убей. А, это даже не эти, как его. Что вы делать предлагаете? Кажется, так, да, вот это делает. Так вот эти ребята тоже убиваются, я понял. Так, в какую сторону мне? Надо тупить просто. Кстати, электрически раньше сложнее гораздо убивались. Ой, чё он так быстро подох? Что такое? Я типа в себя еще одну Эмми впитал, поэтому пополняю. Не знаю что, но... О! Тут и ракеты сразу же. Замечательно. Подожди, а если... О! Еще ракеты. ...145. Я прям чувствую, что финальный босс он... А нет. Мы еще вот еще с одним будем драться. Хотелось сказать, что финальный босс прямо рядышком, но нет. А, еще один чел с клювом. Теперь
щит его не разбить. Долго придется с ним бодаться. Что ты поворачиваешь? Кстати, это дело тоже можно было как-то спарировать. По две ракеты его буду долбать. Наконец. Ну, классика, классика. Два одинаковых босса подряд, замечательно. Только один долбается дольше, потому что у него щит не пробить. Давай перекур, сейчас подойду. Ковырять его долго, потому что щит не пробить. Но он сразу же переходит на вторую фазу, это хорошо. Тут ракетку, там ракетку засунуть можно. Thank you.
Не знаю, как его тут парировать. Я попробовал. Я попробовал и лишился половины жизни. И он добил остальное. Ну да. Забег все равно не очень. Надо на первой фазе ничего не терять. Скорее игра проверяет тебя, сколько ты ракет собрал вообще в течение игры. Если не торопиться, сотки хватит. Нудный дядька. Серьезно, сколько я таких стражей уже убил? Стою не туда, стреляю еще. Давай. Блин, зачем прыгнул второй раз? Попался дважды.
А как ты достала? Я вот здесь еще тоже, в принципе, на первой фазе много жизни трачу. Он нет-нет, но задевает меня. Смотрю, что ХП уходит. Давай попробуем парировать его. Что мне тогда? Да ну, фигня. Его надо аккуратно лупить и четко перепрыгивать. Полным здоровьем только лететь на это, на вторую фазу. Блять, задел. А как давно он, интересно, так высоко прыгает, наверное? Наверное, всегда, да? Но... что-то он у меня уже половину снял. Не, пусть добивает. Много сносят эти черти что-то. С ним что-то вообще как-то не очень хочется биться. Два босса подряд. Это надоедает. С одинаковыми атаками, просто цветом отличается. Сучка. Лишние бруски надо не делать. Знал же то, что он полетит.
пытаешься просто больше ему напихать ракет этих. Тут же начинаешь делать ошибки. Тут надо как в Bloodborne'ах разных, в Dark Souls'ах, аккуратненько, по ракеточке. Где-то одну, где-то две. Как хорошо первая фаза прошла, даже без урона. Задел в полете у меня разок. Блять, ну вот это вот отстой, конечно. Ничего, что с часик посидим, может быть, получится когда-то ему нашмалять чуть больше, чем обычно. Ну и спарировать, соответственно, все это дело, как итог.
если бы первая фаза чуть пошустрее бы развалилась, я бы был так счастлив. Скакать возле него неохота, вот правда. Чуть интереснее было бы его, наверное, мочить. Блять, ну зачем? Не прыгнул. Не, все плохо. Я начинаю мудиться, что-то прыгать там туда-сюда в неверные какие-то углы. Не надо бодаться чуть-чуть. Ну, ёпа-мать. Ну, с таким же, когда только что дрались, мне его щит немного здоровья поднимал, разбитый. Чем два босса подряд одинаковые, я не знаю. Но чё не прыгает-то? Тут чисто прыжок. Немного побольше ему урона сейчас нанес. Хотя я не знаю даже, чем лучше. Прям на мужика к нему бежать, пока он в тебя шмаляет, ты шмаляешь в него. Ну-ка, давай так. Это, конечно, бред полный. Он не дает, да? Я просто хотел попробовать насчет бомбы что-то. Хотя, что она даст? Тут четко есть тайминги парирования, которые прописывались, так сказать. Целая толпа этих уродов убивалась по одному принципу. А теперь спасешься одной бомбой? Нет, это так не работает.
Кстати, уже трай плохой, то что он меня немного задел. Падла драная. Вот вообще обидно становится, когда ты не можешь вот эти вот атаки его парировать. Подаль. Вот так вот ракетку в догоны. Ай-яй-яй. Это было быстро. Блять, ну, я как будто как магнитит этим прыжком. Когда он шмаляет луч, у тебя очень редко получается подпрыгнуть и удержаться как бы на этом уровне. Тебя как будто как притягивает к нему, что ли, не знаю. По крайней мере, мне так кажется. Точка достанет тебе везде на. Давай, третий раз. Играх начинаешь задумываться, может быть, ты слишком медленный, может, у тебя что-то с реакцией, не знаю.
Китаище тут очень быстро происходит. Оп. Но он уже половину здоровья у меня снял. Сволочь. Плохой забег. Много урона. Ай, блядь. Ну чё ж ты не парировал? Она? Блядь. А, неудивительно, я получше попался. Сколько надо урона ему влить, я не понимаю. Причём я бежал почти с полным здоровьем. Стрелял ему вот так просто. Он в меня, я в него. И добивался парирования. Сейчас я ему столько этих ракет напихал, просто жуть. Все равно не сработало. Да, зря. Зря я в углу там встал. Да ёпа мать. Не, плохо. Он пол здоровья у меня снес уже. То есть, если ты попадаешь на его... Вот этот нефтяной черный луч, он у тебя сносит 500 здоровья. 500 единиц. Вот. У меня было сейчас 99 и 4 ячейки полных. При максимально лучшем раскладе окончание первой фазы ты можешь под луч попасть только два раза. С учетом того, что он со стенок почти не слезает. Эй!
блядь, знаешь, я просто на него сам в тупую упал. Как ты задолбал меня просто. Два таких отстойных босса подряд просто, это, блин. Это не интересно, это скорее раздражает просто. Накатили ему жира, добавили какие-то атаки нелепые. Щит не разбить, ну и все. Причем реально во второй фазе у него гораздо больше жира, нежели там у первых. И там вторые, третьи, да не важно. Сука. Походу есть лайфхак. Походу есть лайфхак, как точно его заставлять стрелять. Надо в центр вставать комнаты. Тогда он будет более... почти. Более прицельно стрелять именно туда. А ты отбегаешь в этот момент просто в конец. Вот эту фазу чуть задел, минус два контейнера сразу. Что за бешеный урон им накрутили просто. Уже реально от геймпада пальцы болят. Долбишь по одним и тем же кнопкам, как сумасшедший. Ах ты, падла, ну он задел и сразу же. Сразу минус контейнер, ну как так-то? У них просто хитбоксы сумасшедшие какие-то. Урон дикий тоже.
в лучших традициях Dark Souls. Снова и снова ты сносишь первую фазу, чтобы посмотреть немного на вторую. Парироваться-то когда-нибудь будем? Брызгами задело, да? Нормально. Очень бесит эта мразь. Просто потому, что он нудный. Десять тысяч лет сносишь первую фазу. А вторая начинается просто жить какая-то. Сколько ему ракет надо запердолить туда? Вот туда. В него прям. Правда, у нее просто жира вагон вообще. Я не считаю, не смотрю, сколько там ракет у меня. Ну да, большую половину, наверное, я потратил этих ракет просто. 70 штук. Ну хорошо, штук 30 уходит на первую фазу. 40 штук, и он все не дохнет и не дохнет просто. Он такой душный просто, капец вообще. Он душный и несправедливый. Кстати, плохой забег.
А, ну да, я забыл. Он сверху на тебя скачет и все. А, давай перерыв. Задолбал он меня. Сейчас подойду. Дальше душиться. На каждом препятствии последние вот несколько часов сидишь очень долго. Надеюсь, больше тут никого не будет впереди, перед финальным боссом.
это долбал. Он по диагонали прыгает постоянно. И задевает тебя. Урота. Блядь. Скачет четко на тебя, прямо скрытого со стенки, где он висит. Ну, на этом ловит меня сразу же. Тут надо парирование. Ну, точнее, телепортироваться надо. Наконец-то. Я просрал парирование, но что и требовалось доказать. Тут он меня и поймал. Весь исход этого душного боя зависит от одной секунды. От одного четкого парирования. В определенный момент. Все. Не попал, твои проблемы. Душить дальше. Какой отстой, а?
Да бля, ну ты падла просто. Не подпрыгнул с телепортом. Ты задеваешь пол здоровья, все. Без разговора. Блять, опять его задел. Ну твою же мать, а. Вот просто случайно, блять, задеваешь. Эмулятор приедет, твою мать. Ну, давай эмулятор перезагрузим. Все равно там сохранения были недалеко. Этого дикого закликивания боссов одинаковыми атаками. Реально, блин, руки устают. Геймпад повело. Начал себя неадекватно как-то вести. Что там? Вот так, так и вот так, да. Там еще ракета в него. Но. Главное, запас ракет он увеличен на 2. Но добавили почему-то только одну. Вторую иди ее забирай. Но это пока не пропустить.
Ну, наконец-то. Наконец-то я его прошел. В этот раз я не знаю почему. Может быть какой-то глюк или что-то еще. Но я гораздо меньше ему урона сейчас нанес. Гораздо меньше. Я потратил 60. Ну, грубо говоря, ну да, 60 ракет примерно я потратил. Даже поменьше. Вот у меня 60 ракет оставалось. И он подох. Вот как так? Я только что ему вливал гораздо больше ракет, и он не умирал. Бля, это странно вообще. Подожди. А, ну да, у меня все по максимуму. И чё? А, ну, выше. Еще выше. Подожди, у меня же тут корабль. Давай, итораж. Итораж. Поедемте в итораж тогда. А, это мой корабль есть, по-моему. Но это еще не все. Да, до финального босса добежим, хотя бы посмотрим. Если не успею его пройти, то значит завтра. И то раш. Пульт управления кораблем, наверное, моим. Подожди. Сейчас я наверх поднимусь, посмотрю, может быть. Что-то где-то вдруг сломать может. Блин, но с одной стороны, вот такие вот боссы научили, допустим, тебя прыгать четко. К примеру. Стрелять четко. Но уже Эми не будет. Если этот клювокрыл был золотой, значит. Все. Херак. Что теперь делать? Финальный босс? Похоже, из-за ДНК метроида ты сама превратилась в метроида. Странно, что это произошло не сразу после трансплантации ДНК. Твои гены в Хоха, скорее всего, замедлили процесс. В Хоха были единственными, кто мог контролировать метроидов. И хотя в тебе есть их ДНК, ты не Хоха. Судя по твоей физической силе, часть твоих генов принадлежит Маокинам. Хоха, Маокины, кто эти цивилизации вообще? Метроиды запрограммированы на то, чтобы определять Маокинов как угрозу, что приводит меня к выводу. Очень вероятно, что твоя трансформация, последствия атаки вранного клюва, его присутствие пробудило метроидный инстинкт убийцы, после чего твоя трансформация ускорилась, ее больше не получится сдержать. Короче, Самус у нас мутирует, получив урона от этого самого главного клюва крыла. Бедный метроид, Самус Аран, одно твое существование является смертельной угрозой для вселенной. Ты что, не предлагает Самус выпилиться, что ли? Не бойся, ты все еще можешь помочь установить мир во вселенной. Ты должна лишь правильно применить свою новую силу. Ку-ку. Все это время ты прилежно выполняла мои указания. Просто продолжай в том же духе. Я считаю, что я хватило, чтобы я узнал.
короче, клювокрыл и был оракулом. На-ка. Ты разочаровываешь меня. Жопка. Жопка Самус. У них типа одинаковая ДНК. Это его дочь. Но опять индийской музыки не хватает, типа. Ты моя дочь. Нет. Блин, а у него атаки забавные. Эй, а чё ты? Его как-то можно было парировать. Понятное дело, с первой попытки ты его не пройдешь. Это же финальный босс. Батя. Отец Самус. Другого цвета стал. И бьется сильно. Фиолетово он превратился в желтого, и урон вроде как не получает. По крайней мере слышно, как ракеты об него стучатся, но... Что? Что куда? Кто знает, может тут шариком надо кататься. Что-то мне сдается, что ракеты на него не действуют теперь. Чё делаю вообще? Ну, батя, ну даёт. Не знаю, прилетает ли ему урону. Если это второй фазы, можно вообще назвать. Думаю, вряд ли. У него атаки не изменились, только цвет поменялся. Вот оно чё.
Эй, я все, я в домике. Не надо меня бить. Ну, батя. Взял меня, пропердолил, значит. Тут как-то надо что-то в катсценах ему настреливать, я так не понял толком. Когда ты парируешь, что-то как-то зух-зух, и там ты в него попадаешь, когда сбивается защита, я так правильно их понял. Но парирование очень большое. Только тогда так и уйти, я не знаю. О! ЧПшка в шариках, оказывается. Ну, батя, ну ёптить, как он? Ну, что ты, как этот? Как Шалкан меня подзывает. Я не пойду. Да. Ну, попался на серию, все, хана тебе. Я еще минут 20 попробую, нет, так на следующем стриме его заколотим. Я бы не сказал, что он прям очень-очень сложный будет, наверное. Шарик по меня разбился. Ну, батя, ну что ты? Я тоже так умею. Не надо. Ля-ля. Я вот не знаю, просто я урона его наношу или нет. Ты что-то стреляю, охрен его знает. Ну, хотя бы понятно, как ему первую половинку снести чего-то там. То есть первоначальный урон, как ему влить. Попадайте по шару-то. Так, батя, ну-ка. Все, батя забил в углу.
На папкин шарик налетел. Ну иди, чё. Давай шарик. Ну давай шарик. Не хана. А нет, всё, поживем немножко. Пару секунд буквально. Но у него большое окошко для парирования первый раз. Потом будут еще по-любому такие окна. Первое большое самое. Ай-яй. Он цвета меняет. Мудовка это меняет, цвета меняет. Прекрасно. Ну что ты, Шаокан, хера. Ну вот. В лучших традициях аниме меня размотал просто. Когда он желтый становится, вообще без понятия, сколько его надо лупить. И правильно ли я это делаю. Может вообще надо с хитрецой в потолок стрелять? Ну а вдруг? Может его придавить чё? Просто, блин. Битва с пиздюлей началась. Да. Как не было почему-то возможности. Ну там, видимо, надо четко. Эх, попасть бы шарик в этот. Нужны там четкие тайминги, вся фигня. Ну, ты почему не подпрыгнула? Ай да батя, ай да тени.
Блять, ну все разы. Я в него постучался, плюс он мне еще в рожу наколотил просто. Такое себе. Нет. Да иди ты в жопу со своими этими лучами. Вот это вот надо. В очко себе поудать. Сука, все равно поймал. Такое ощущение, что по нему урон не проходит. Может так тебе? Ну так тем более. Так. Два раза бьешься об него, и потом просто тебя он кулаками забивает, и все. Непонятно, что делать с ним, когда он желтый. Наношу я урон или нет? Вот хотя бы вот такой вот элементарный вопрос. Когда он стоит, короче, такой борзый, и подзывает тебя к себе. Ракеты как-то вот вообще... По-моему, не особо на него влияет. Ну, тут видно, что урон получает он. Но не более того. Вот эта вот атака прям повод, чтобы ты близко к нему подошел. Ай, ни одной не поймал. Она мне. Вот так. Вот урон не проходит по нему. Я вот сейчас даже не особо-то уверен, что урон он хоть какой-то получает. Я его удрал куда? На потолок аж. Вот может же, когда хочет, да? Ну, батя, ну затейник, а. Вот стреляю куда-то вообще бесцельно просто. Ну как бы цель-то есть. Первый раз парирование срабатывает почти сразу. Ну дай-ка я угадаю, парировать его надо будет трижды таким образом. Наверное, если не больше. А давай лунами ты будешь меня кидать этими своими. А не вот это вот все. Ай, присесть надо было. А не присаживалась она. Ну, допустим, вот, и все. И он стал, короче, вот таким вот волшебным. А делать-то теперь с ним чего? Урона нет.
стенки тоже не помогут. Ёбак, он это готовил долго атаку. Надо. Пули надо же. Он то, что дал, тут же и забрал. Цепляться же там некуда, да? Я только атаки рандомные. Может, я еще одну катсцену проигрываю? Идёшь ты уже. Всё, пока не стреляем. Я не знаю, попадаю я вообще в него или нет. Но он там специально для меня ульту свою копит в жопе у себя. Но он не подпрыгнул. Мудак. О, давай, молодой. Не менее мудак. Ух, завёз. Я не пойду. А теперь я не успел. Эй, ты чё не стреляешь? Блять, она почему-то перестала стрелять у меня. Эй, что за хрень? Теперь начала стрелять. Идите в очко с такими правилами. Сам звука перестала двигаться. Замечательно. Ну да. Да, последний раз я попробую, и хорош на сегодня. Надо будет его на следующем стриме закреплять, он какой-то непонятно дикий. Как вихрь. Серьезно, я не знаю, что с ним делать, когда он желтый становится. Урон, походу, он не получит. Ну, ёпта, всё собрал. И пиздец. Хорошая атака, кстати, на весь экран. Ну, я попробую, конечно. Нет, я не успел.
не успею. Да, иногда она просто прыгает и без двойного прыжка выходит. Когда она просто прыгает, у тебя просто нет шансов, у тебя в углу забьет и все. Он слишком высокий, чтобы его перескочить. Ладно, будем на этом закругляться. Добьем его на следующем стриме и будет финал. А пока что будем прощаться. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще раз повторяю. Да, что-то я задумался. Мозг не пашет просто. Ладно, все, всем удачи.